Всем привет, друзья, с вами Корвит, и мы продолжаем играть Battle Brothers. Сейчас я взял миссию. Миссия, нужно нам отправиться вот в этот город Gold Branch. Также у меня там амбиция, да, то есть мне нужно по этой амбиции попасть в один из городов, среди которых есть Gold Branch. Поэтому сейчас мы с вами отправимся в путь из одного конца карты в другой. Будем, помимо всего этого, с кем-нибудь воевать. Найдем кого-нибудь интересного, каких-нибудь врагов. Повоюем с ними. О, прикольно. Спасибо. Так, повоюем с ними. Нам нужно набрать немножко инструментов. И, я думаю, чуть-чуть еды взять. Потому что дорога длинная. Неизвестно, что может произойти. Инструментов и еды. И еды. Денег вообще нет. Деньги, блин, закончились. Последнее, что я покупал, это были люди и луки. Люди и луки. Последние деньги ушли на людей и луков. Так, отправимся, я думаю, через вот эту дырку. Так, скорость надо увеличить, а то мы так будем очень долго идти. Так, возможно, здесь кого-нибудь сейчас встретим. Было бы неплохо с кем-нибудь подраться. Опа, опа, опа. Орки. Давайте сходим. Орков мы еще здесь не видели. Я знал, что нежить. Нежить я уже видел, а вот орков пока еще не застал. Поэтому сейчас я первый раз их увижу, по сути. Я не знаю, сильные это враги, не сильные. Думаю, что пока можно всех пропускать. А, ну вот, может, лучников. Нет, лучники тоже не дотягиваются. Какой-то здоровенный. А, все, их там только трое, что ли? Все? Я не попаду, да? А, вот. Блин, все мимо. Скорее всего, все стрелы будут мимо. Ладно, тогда пускай они подойдут еще ближе. Мы пока подождем. Один вылез. Ждем других. А, по тебе, в принципе, уже можно стрелять. Ух ты, нифига себе. Такого я явно не ожидал. Так, ладно, пока тебя тоже пропустим. Потом походишь. Тебя тоже пропустим. Себе. Ушил. Так, а теперь можно нашими ходить, да? Так. Ты давай сюда, наверное. Так, теперь лучники пошли. Будем стрелять по тем, по кому видим. По тем, по кому точно сможем попасть. Так, стой здесь. И у нас... Блин, что-то меня походу тут зажали. Ладно, тебя пропустим. Ты у нас можешь, да? Встать, отлично, молодец. Так, ты тогда сюда. Отлично. Ты сюда. Да, сюда придется. Так, ну я не знаю, куда тебя отправить. Давай снизу будешь заходить тогда. Так, ты сюда. Давай щиты поставь на всякий случай. Так, ну и ты у нас так пускаешь ход. Так, лучники погнали. Так, ты стой, потому что если ты двинешься, тебя рубанут, скорее всего.
тоже пока пропустим. Тоже пропустим. Хотя можно было, в принципе, взять оружие в руки, да? Щит можно было взять. Блин, ну ладно. Так, ты точно ничего не сможешь сделать. Кто убежал, будет, скорее всего, снизу, да, заходить. Отлично, молодец, один готов. Этот еще пока не готов. Блин, офигеть, какой живучий, а? Супер, все, готов. Так, еще один готов. Теперь ждем того, который убежал. Непонятно, где он только. А вот он. Выходить, посмотрим, куда он придет. А, он вернулся обратно. Ясно. Хорошо. Так, ты достанешь? Нет, там больше клеток, да? Тогда мы тебя пока пропустим. Лучник не достанет. Нет, может по своему попасть. Ладно. Вот ты, отлично. Вот, красавчик, попал. Так, тебя тоже пока пропустим. Ты достанешь? Достанешь, супер, молодец. Ну, что я могу сказать по оркам? Их было трое, в принципе, если бы их было бы больше, возможно, довольно серьезно. Мы с них взяли такие нифиговые топоры, немного лута, да, еще какую-то шкуру взяли. Ну, я думаю, неплохо. Я думаю, что неплохо. Так, все, теперь продолжаем дальше по заданию. Нет, давайте зайдем. Посмотрим, что мы здесь можем поставить, взять интересного, вот этого чувака с топором. Может быть, ему получше топор. 70-95. Ну, этот топор явно дымажит больше, но стоит ли он того? 40% игнор брони, 30% игнор брони, 160 эффективность против брони, 110 эффективность против брони. Щиты дамажит на 24, на 42. Ну, этот топор гораздо лучше, я считаю. Давайте посмотрим, что там, как там меняются характеристики. Уменьшается вот этот, что это, показатель? Шанс удара по голове. И уменьшается инициатива. Ну, инициатива, в принципе, не так важна, да, для танка. Тем более для такого. Я считаю, лучникам инициатива нужна, чтобы они первые начали стрелять. Поэтому я думаю, что оставим так. А, теперь посмотрим. А, ну все, в принципе, да? Все. Этот топор мы ставить не будем. Мы оставим тогда вот как есть. В принципе, все. А, нет, сейчас посмотрим, никто там не получил ли левел. Нет, никто не получил левел. Все, в принципе, можем продолжать дальше двигаться. На север. Зайдем в этот город. Возможно, там что-нибудь продам. Так, что мы здесь имеем? Собаки. Собаки мне не нужны. Так, что у нас здесь? Здесь ничего интересного. Что это такое? Понятно. Нет, это нам тоже не нужно. Так, топор продадим или оставим? Продадим топор. Шлемы, я не знаю, оставлять нет. Шкуру можно продать. Так, ну, собственно, оставим тогда, да? Да, все остальное. А, вот этот можно топор еще продать, обычно. Да, продадим. И все, пока оставим так. Так, еда есть, инструменты. Может быть, куб
купим, да, потому что здесь, в принципе, не так уж и дорого стоит. Это купим патроны и инструменты. Так, продолжаем дальше. Нам на... Ой-ой, а, фу, это я, блин, уже кого-то нашли. Так, нам вот сюда пойдем. Опа-опа-опа, оборотни. А кто там еще кто-то был, да? Кто-то... Бригада какая-то, оборотни. Нападаем. Все. Они, в принципе, не такие уж сильные. Фига себе. Ну, мы их уже один раз убивали, поэтому, я думаю, второй раз будет несложно убить. Так, пока пропускаем тех, кто не может ходить. Попасть, заметил. Ну ладно, хорошо, что не попал. Так, далее. Сюда. Сюда. Отлично. Сюда. Пускаем. Так. Ладно, пока пропустим тебя. Ты выходи. Супер, один готов. Ты тоже выходи сюда. Вот так. Так, ты у нас с большим топором. О, ты сюда не достанешь, да? Слишком высоко. А, блин, что ж делать? Куда ж тебя запихнуть-то? Ладно, пока тоже тебя пропустим. Что-то придумаем. Страшно. Очень неудобная локация. Вверх-вниз. Сложного не было вообще. Так, там еще кто-то ходил, да, вот следы. Тоже можно их забить. Да здесь. Куда он? Через лес куда-то бежал. Нифига. Ладно, нападем, посмотрим, что тут интересного. Не особо интересно. Ну, возможно, у них какой-то лут будет интересный, или еще что-то. О, да, нет. Да куда все пропадает? Даже так попал, нифига себе. Мазал.
сюда. Так. Так, ты на месте, стой. Отлично. Ты у нас сюда тогда. Мазал. Страшно. Ты сюда. С лучников, да? Отлично, молодец, попал. Супер. Еще минус один. Попали. Так, отходим сюда. Удар. Все, один удар только. Подходим поближе. Мимо. Ладно, не страшно. Да ты че? Да. Подходим. Вот так, супер. Давай по этому. Ух ты, как красиво-то, ёлки-палки. Не достанет, да? Давай вот сюда, наверное. Вот так. Ну, щит тогда поставь, да? Ты у нас тогда щиты контратака. Щиты контратака. А, контратака уже не хватает, да? Ладно. Тогда вот так. Так, ты у нас тогда сюда. Достанешь? Нет. Достань. Удар. Все. Так, ты у нас тогда... А, это все, это уже по второму кругу мы пошли, да? Всех пропускаем, да? Опа, ты что, сбежать решил? Опа, ну-ка стоять. Так, лучник. Супер, молодец. Так, ты давай сюда тогда подходи. Супер. Отсюда ты мне точно здесь не нужен. Так, лучник. Не попал. Подходи. Не попал. Ладно. Так, тебя мы сейчас поведем вот сюда. Отлично. Так, по луку что у нас здесь? Сейчас, в принципе, давайте лук весь возьмем. Я смотрю, что у нас здесь есть. А, здесь еще, кстати, у нас фор, да, на который тоже можно напасть. Давайте нападем. Или нет, давайте сначала посмотрим, что у нас тут есть. Так. Я думаю, надо левелы прокачать. Вот этому чуваку взять перк. Он у нас мечник. Додж возьмем.
Так, и жизни дадим ему, а то у него что-то вообще жизни мало. Атаку возьмем, дыхалку. Вот таким образом. Так, 90 брони. Так, у этих много брони, да, вот у лучников брони мало. Тогда надо лучникам давать, я думаю, да? Шлем 105. Так, шлем тебе дадим. Вот, ну и в принципе все. С этим все, теперь погнали дальше. Погнали бомбить. Они будут на высоте, да, как бы? Не знаю, хорошо это или плохо. Ух ты, Куда ты взялся? Ой-ой-ой-ой-ой! Чё, ребята? Офигеть! Ладно, пока мы тебя пропустим. Я надеюсь, там больше нет лучников. Ух ты, а мои ребята не попадут по ним. Ребята по ним не попадают. Придется только двигаться вперед. Ладненько, значит, будем двигаться вперед. Ну, что делать? Пожалуй, в этом бою пойду я вперед. Звуки там жесткие происходят. Не знаю, что они там делают. Попал, поэтому я его даже не видел. Они стоят в защите, я так понимаю, да? Они даже ко мне не подходят, они стоят в защите. Они ждут, что подходить буду я. Офигеть. Ну это здорово на самом деле, тут как бы наличие искусственного интеллекта, все дела. Попал потом.
Алекса. Пускаем. Стоят они и не подходят даже. А нет, вот начали подходить. Ах ты собака. Надо гасить этих лучников. Ай, блин. Они все в кольчугах, кстати, я этого даже не заметил. Довольно укрепленные ребята. Туда тогда заходить, там лучник. Тогда ах ты собака. Щит поставил, да? Подошел поближе ко мне, щит поставил. Ты куда собрался? Не попал. Не попал. Не попал, блин. Ближе подойдем. Не достаю, да? Ладно, надо еще ближе, значит, подходить. Так, ты у нас. Отлично. А у него контратака, ну ладно, все равно. Смысла нет. По щиту. Отлично. Точнее, сквозь щит, да? Это не по щиту удар, это сквозь щит. Это сквозь щит удар. Так, сюда. Этих там тоже давить, щитить. Пропускаем, пропускаем. Все пропускаем, все пропускаем. Я взял топор. Отлично, минус один лучник у них. Супер. Пускаем. Отлично. Так, ну думаю, что здесь мы тоже, в принципе, уже разобрались. Добить это так, это чисто дело времени. Несколько ходов и все будет нормально.
ж такое? Блин, я думал, убьет. Не убил. Да что ж такое, живучий-то какой, а, гад. Блин, я думал, этот топор также через две клетки бьет. Но, кажется, не бьет через две клетки. Блин, это плохо. Так, одну броню хорошую взяли. Броня, шлем. Что мы здесь еще вытащили? Какие-то слитки. Ну, в принципе, неплохо. В любом случае, неплохо. В любом случае, есть что продать, что одеть. Сейчас глянем на броньку. Так, 130 у тебя, да, бронь? 115. 110. Так, дальше. Здесь у нас 90. 110. 90. 90, 115. Так, 90 у нас самое меньшее, значит, да? Тогда у нас мы можем только вот эту пока поставить. Поставим тебе. В принципе, особо разницы нет кому, да? И кольчужный вот этот вот шлем из лад поставим. Ух ты, что он такой весь покоцанный-то? Ладно, так, меч. Есть вот такой меч. 40 на 45. 30 на 40. 35 на 45. Ну, давай тебе тогда и поставим, да? Ты у нас 5-го левела. Неплохо, да? Поставим тебе тогда вот такой меч. Чуть-чуть меньше инициатива, но я думаю, это не столь важно. Перки, мечи. Перки, мечи. Здесь тебе дадим отдышку, атаку и... И храбрость, да, наверное, это или что это, не знаю. Ладно, возьмем это. Хотя можно было жизнь взять, ну ладно. Так, тебе. Так, давайте для начала глянем, не продал ли я тот топор. Я его продал, ладно. Поехали дальше. У тебя топоры. Большие двуручные топоры. Я так думаю, что вот это. Это ж топор. Да, топор. Все, здесь прокачали. Теперь тут тебе дадим что? Жизни, храбрость и атаку. Хотя это, по-моему, не храбрость, да? По-моему, это что-то другое. Я не знаю, как переводится. Так, все, погнали дальше. Заходим в этот город. И потом пойдем в Голд что-то там. Бременхольм какой-то, да? Так, понятно, все спят, да? Давайте тогда... А, все, уже утро. Уже утро. Так. Хорошо. Тогда нам надо будет просто сейчас продать сразу все. Так, шкуру, я не знаю, ребят, я уже обижал довольно много городов, и цены выше там 34, по-моему, да, наверное, по-моему, это самая высокая цена. За шкуру оборотня я не видел. Поэтому я думаю, что я ее, наверное, продам. Вот, продам тогда вот это копье, продам щиты. Топоры, мечи, вот эти кольчужные, это броня кольчужная, в принципе, мне это все уже не нужно. Вот это все продать, тебя продать. Это не продать. Рассортируем. Так, стрелы.
лут и все это продать. Все это мусор. Все это мне не надо. Так, ага, вот только одна 110 здесь, да? 90. Они чем-то отличаются. Это почему-то дороже стоит. А, наверное, потому что это сломано. Так, ладно, тогда вот это продадим. Это продадим, это продадим. И это продадим. По щитам. Какой-то щит оставить. Вот эти два продам. Эти оставлю тогда щиты. Броню надо сейчас одеть. А это, возможно, кому-то заменить. Так, давайте зайдем на рынок. Что у нас на рынке здесь? Ничего, да? Ничего на рынке нету. Что, буквально вообще ничего, реально. Даже взять-то и нечего. 3000 у нас. Давайте тогда... Можно в таверну зайти, кстати, купить. Это надо, обязательно. Здесь что у нас есть интересное? В принципе, тоже ничего, да? Все довольно дорого стоит. Это нам не надо. 642, броня 115. Хотя, в принципе, я сейчас 115 броню получаю почти после каждого боя. Все, здесь, в принципе, ничего. Людей мы никаких нанимать не будем. Надо одеть, да, вот эту броньку 110 на кого-нибудь. Да, вот на тебя хотя бы, да. Вот. А эту, может, возможно, у кого-то такая броня сломана. Нет, ни у кого не сломана. У меня всего 3 чувака с такой броней осталось. Все с этим нормально, может быть, щиты где-то сломаны. А, вот, кстати, этого чувака можно повысить, я не видел. Так, перк, что мы тебе возьмем? Возьмем вот это. Что это? Так. Это продать. Но уже не здесь. Пойдем в другой город. Лидерсхольм. Лидерсхольм пойдем. Это, короче, какие-то, походу, города гномов. Лидерсхольм. Бремингхольм. Так, здесь что у нас? Оружейной тоже ничего путевого нету. На рынке тоже ничего путевого нету. А, в принципе, вот, тут очень дешевые инструменты. Блин. Так, ну и амуницию тоже тогда купим. Так, еда есть. В принципе, все. Так, продадим вот это. Щиты пока оставлю. Могут пригодиться. Так, здесь все. Идем дальше. Двигаемся дальше. Еще один город на пути перед Голдбардж. Голдбардж, господи, блин, кто придумал этим городам название? Вот, здесь у нас две миссии есть, можно будет потом сюда вернуться. Таверна. Так, что на рынке? На рынке ничего, есть какая-то хрень. Не, она не нужна. Очень много инструментов стоит. На рынке ничего. Есть какой-то лучник, охотник. Мы никого брать не будем, потому что у меня 12 человек, это предел, и в принципе все эти 12 человек довольно хорошо выполняют свои поставленные задачи, поэтому новых персонажей брать себе в команду я не хочу. Голд врач. Я до тебя дошел. Получил немного денег. Таверна. Оружейная. Тут уже что-то поинтересней. Есть такой одноручный меч. Мне не нужен. Секира до хрена стоит. Вот топор, который я продал, блин, который мне, кажется, был бы нужен, да? Но я его случайно продал. Точнее, специально, но думал, что он мне не нужен. Так, ладненько. Тут ничего.
посмотрим, что здесь за миссии. Чуть маловато как-то вообще. Ну давай, ладно, может какая-то легкая миссия. А, ну да, просто сходить, так понимаю, туда, да? А, эскорт каравана. А, ну это... Это несложно. Кто-то хочет на нас напасть? Или просто проходит мимо? Кто-то просто проходил мимо. Так, а теперь мы тебя попробуем найти. Куда ты там пошел? А ну стоять! Стоять! Забомбим его. Ух ты, снег пошел, приколюха. Так, пускаем. Ой-ой-ой, нифига. Топоры летают. Сюда, ладно. Я сюда. Тебя куда? Наверх. Разве что наверх, наверное, да? А? Уха. Сюда. Зараза. Посмел попасть по мне? Там шлем сняли с моего чувака. Нифига себе, это вообще уже. Это уже нереально жестко. Ой,
далеко не убежал. Мимо, ничего страшного. Ты, у него там лучный топор был в запас. Сюда. Отлично, минус один еще. Вот так. Подходим. Тоже не попадаю. Подходим поближе. Все, всех пропускаю тогда. Щиты свои вонючие выставил. Хрен пробьешься. Какая красота! Как все красиво у нас здесь. Все забираем. Теперь смотрим, что у нас тут интересного. Есть два крутецких щита. По 48 брони. Так, мы их поставим. Тебе поставим один. И тебе поставим один. Пока вот так. Далее у нас два шлема по 140 брони. Тебе поставим один. И тебе поставим один. Далее, этот шлем у нас уходит вот этому мужику. Вот этому мужику уходит вот этот шлем. Это потом выкинуть надо будет нафиг. Так, здесь у нас еще один есть шлем. Который может подойти кому-нибудь, если у кого-то сломанный. Наверное, нет, да, у всех целый. У всех целые шлемы. Так, и курточка 110 110 110 90. А у этого сколько? 115. Ладно, 90, да, 90. Тебе тогда поставим. Вот, щиты. По щитам, что у нас вот тут? 95 щит у чувака, да. Поставьте вот такой щит. Так. Ну все, давайте прокачаем вот этого мужика. Жизни. Атаку и отдышку возьмем. Вот. Перков пока нет. Ну и все, я думаю, так и оставим. Надо зайти в город, посмотреть, есть ли там какая-то миссия. Продать ненужный хлам. Да, миссия есть, кстати, есть миссия на 3 черепа. Пока я ее брать не буду. Надо продать все, что у меня тут накопилось. Вот это все продать. Я думаю, что всегда надо держать за пазуху, да, допустим, там одну броню, один шлем, один щит. Всегда, в любом случае. Я думаю, что это не будет лишним. Так, мы возьмем амуницию. Хотя, в принципе, ее так было много, ну ладно. И все, ребят, думаю, на этом выпуск закончим. На следующем выпуске тогда пойдем с вами по вот этой миссии, которую я сейчас беру. Защитить город от нападения рейдеров. Это супер миссия, просто в прошлый раз она мне очень понравилась. Поэтому, если не хотите пропустить атаку рейдера, то обязательно посмотрите следующий выпуск. С вами был Корвит.
Подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, ставьте лайк. Всем пока!